Если не успеешь поставить лайк за 3 секунды, перед тобой появится страшный SCP! Ребят, всем здарова, с вами по-прежнему Овер, и добро пожаловать в секретную лабораторию. Мы в этой лаборатории занимаемся исследованием различных монстров и опасных SCP. Совсем недавно на улицах нашего штата начали появляться странные мультяшные монстры. Какие-то два школьника пропали без вести. По нашим данным, их схватил мультяшный кот. Ну и сегодня мы с моим коллегой Вованом Гарвином попробуем разобраться, что же происходит на улицах нашего штата. По данным военных, друзья, кота на самом деле мультяшного уже поймали. Но, как вы знаете, мультяшный кот, он всегда ходит вместе со своим другом, с мультяшным псом. Поэтому сегодня мы с моим коллегой отправимся на поиски мультяшного пса и попробуем найти его. Если у нас это получится, мы хотим его поймать. Кстати, вот, наверное, Вовасик, здорово! Опа, здравствуйте, доктор Овер, как дела? Да все отлично, чё, провели список, все нормально? Да, все хорошо, все по списку четко. Ну что, погнали на поиски нашего мультяшного собакена? Так, только погоди, Вован, единственный вопрос. Я просил тебя на той неделе составить арсенал и сложить его в нашу боевую машину. Ты мне расскажи, ты все это выполнил? Конечно, на меня всегда можно положиться, поэтому все уже готово, лежит в багажнике одного автомобиля. А, это супер! Супер, Вован. И последний вопрос. Ага. Нам будет кто-нибудь помогать, либо мы это все будем делать вдвоем совершенно секретно? Как ты знаешь, наша страна строится на лентяях, поэтому нет, мы будем все делать вдвоем. Ага, вдвоем. В общем, друзья, да. Тогда пожелайте нам удачи в комментариях, потому что мы будем сражаться сегодня вдвоем. Ну, Вован, на самом деле, знаешь, сражаться, может, мы не и будем, потому что, на самом деле, сначала нужно его найти. Вдруг да, у нас да, не получится. Нам нужно найти, и, во-вторых, не страшно, потому что посмотри на наш арсенал в багажнике. Это просто полный капец. Ну-ка, погоди, сейчас я посмотрю. О! Вот это люто, да? Нифига тут арсенал, Вован! Да, а ну, да. А стой, дай попробую сейчас. Ну как она, больно стреляет? Больно или нет? Не надо, ты что делаешь? Я прикалываюсь. А ну дай, больно в голову будет или нет? Ладно, ребят, все, отправляемся мы на поиски Cartoon Dog, мультяшный пес. Это, друзья, монстр Тревора Хендерсона. И, кстати, Вован, а может это SCP? А слушай, нет, по моим данным и знаниям, это не SCP. Вы знали об этом, доктор Дмитрий? Так, а я не знаю, Вован, у нас тут, получается, вопросик организовался, да? Ну, спорный вопрос такой, да. Ну, ребят, напишите в комментариях, SCP ли Cartoon Dog или не SCP. Нам действительно с доктором Гарвином очень интересно. Ну, а мы, ребят, отправляемся. На самом деле, ехать нам далековато. Надеемся, что до ночи доедем, Вован, правильно? Конечно. Сейчас посмотрим факторы активности ближайшие его и отследим. Так, но если приедем ночью, все равно будем и ночью сражаться, понимаешь? Да, понятное дело. Ну все, ребят, пожелайте нам, повторюсь еще раз, удачи в комментариях, ну а мы отправляемся. Так, Димас, мы вроде подъезжаем к этому местечку. Да, в общем, ребят, короче, пока ехали с Вованчиком, мы по нашим данным, по навигатору, перехватили полицейское сообщение. Было передано о том, что на стройке произошли какие-то странные вещи, и полиции нужно разобраться, приехать посмотреть. Да. И, короче, ребят, по всем описаниям, это действительно было похоже не на бандитов, а на паранормальные какие-то проявления монстров. Мы сразу сказали ментам, чтобы никто туда не ехал, перехватили это задание, взяли его на себя, потому что, сами понимаете, ребят, если там будет монстр, это все совершенно секретно, и никакие полицейские не должны об этом знать. Ну и, в общем, ребят, как видите, мы уже подъезжаем куда-то на стройку, посмотрим, что там было. Возможно, Вован, на самом деле, это просто рук бандитов все. О! Слышь? Димас. Вован! Что тут такое, блин? Они говорили о том, что здесь будет столько трупов. Погоди, вызывай скорую пока что, я проверю. Конечно. Передаю по всем волнам скорую на квадрат 223. Ага, все. Офигеть! Вован! У него аж глаза выпали! Ё-моё, аккуратно! Видимо, у ребят рабочий день сегодня не удался. Капец. О, нет! Вован, это дело рук реально... А вот он! Ё-моё! Тихо. Да, это реально... Это он, Вован, доставай! Капец. Гаси его! Ё-моё, ай, блин! Это мультяшный пес, офигеть! Он очень быстрый! Стреляй в него, стреляй! Я только хотел сказать, что это реально похоже на его следы. И как тут мне больно, Вованчик. Капец. Я на тачку сейчас с машины попробую. О, нифига себе. Ничего себе. Стреляй. Беги за ним, беги за ним, беги за ним, Вован, давай.
Фу-фу-фу-фу. Он от нас убегает, что ли? Он или что? Вообще упрыгал, слышишь, я видел его в воздухе. Давай-давай, бежим-бежим по следам его. А вон он. Он убегает. Стреляй, Вованчик, стреляй. Ё-моё, капец, он быстрый. Блин, походу он ушел от нас. Быстрее в машину. Обалдеть, давай-давай, мы же попытаемся как-то догнать его, хотя... Так, это южно-западное направление. Мы его догоним на машине, братан. Прыгай. Поехали, погнали скорее. Сейчас, короче, ребят, мы его догоним. Передавай полицейским, чтобы контролировали камеры наблюдения. Полиция, контролируйте камеры наблюдения. В общем-то, мультяшная собака выдвинулась на охоту по штату. Мультяшный пес, да, все, ребят. Так. Так, Вован, я если что, прям с пулемета буду, друзья. Все, едем на поиски собаки. Так, ребят, наши поиски продолжаются, и по данным полиции, возможно, он был замечен рядом с мясокомбинатом. Сейчас, сейчас надо проверить. Давай, поворачивай. В общем, ребят, сейчас попробуем посмотреть. По данным, скорее всего, он реально, блин, зашел внутрь. Так, Вован. Пойдем, выдвигаемся, в общем-то. Ну что, погнали, так, ты готов к этому? Я готов, бери пушку. Все, полетели. Давай. Так, опа, аккуратно. Стоять. Так, я вижу тела. Вован! Свежие трупы! Это его рук дело, дурацкая псина! Он где-то поблизости, Димас, я уверен. Так что будь на чеку, я тебе так скажу. Стоп, он даже женщин не жалеет, посмотри! Он вообще никого, ни женщин, ни детей, понимаешь? Ё-моё, вот это ее залепило, братан! Это просто ужас, и мы должны его с тобой уничтожить, понимаешь? Иначе человечество просто вымрет, реально. Так, Вованчик, ты только так особо не беги вперед, потому что видел, какой он опасный, сколько он людей убил? Просто меня это реально очень злит, и я хочу поскорее просто его расстрелять, понимаешь? Офигеть, смотри, Вован! Чё видишь, отбросы вот здесь. Ой, смотри, откусан кусок, он еще и ест плоть вот эту гнилую. Пойдем лучше отсюда вот так. А вот следы, видишь? Следы, кажется, Вот, ведут. Да, мы идем правильно, Офигеть, Вован! Капец, кажется, я его знаю. Ё-моё! Капец. Мультяшный пес, друзья! И знаете, мне кажется, блин, что это их любимое место, вот этих монстров, да? Наверное. Вот эти мясные комбинаты. Вован, а вон он там кого-то ел! Кажется, я его вижу! Вован? Ты готов? Раз. Профессор, овер. Два. Открывай огонь! Стреляй по нему, Вован! Тихо! Нифига себе! Куда он? А вот он! На стенку! Офигеть, Вовчик! Стреляй! Вован! Аккуратно! Ё-моё, он чё, Вовку убил? Сейчас я его с РПГ. Я сейчас с РПГ попробую. Вован, ты как? Ё-моё, Вовка пытается встать, ребят. Ничего не получается, он меня бьет. Ах, сейчас он мрёт. На, получай. Сейчас я его, ребят, уничтожу с РПГшки. На. Вован, сейчас. Дай моей семье, что я их любил. Передам, не буду передавать. Ты выживешь. Вован, сейчас я его убью. Сейчас я его уничтожу. Давай, иди сюда. Все, Вован. Вован, я его убил! Вован! Ты как? Вовка! Все, ребят, Вован сдох! Ё-моё! И эта крыса его убила! Ты, собака, псина, монстр Тревора Хендерсона, ты моего друга уничтожил! Вот это да, ребят! Ладно, мне нужно срочно поехать на помощь! Может быть, Вована удастся, я не знаю, как-то поднять на ноги! Может, медики сделают чудо и просто восстановят его, вылечат! Это просто капец, ребят. Я пошел звать подмогу. Это просто ужас. Быстрее. Короче, ребят, надо срочно звать подмогу. Вовасик, блин, откинулся. Это жесть полная. Нифига себе, что за туман вообще какой-то? Что с погодой, блин, стало, ребят? Какой-то туман, мне это не нравится. Ладно, срочно, друзья, еду. Сейчас я должен рассказать всему миру о том, что здесь произошло. Не понял! Это что, эти монстры? Сейчас я, ребят, попробую! Сейчас я, короче, главное в пулемет сесть! Сейчас я попробую! Ай, он близко! Нет, ладно, нафиг! Не получится, наверное, ребят, не получится! Крысы стоят! Получайте вот так вот, ребят, переехал! Сейчас еще попробую переехать! Получайте, блин, собаки! Все, ладно, ребят, я уезжаю отсюда, короче! Еду, наверное, обратно! А хотя, знаете, друзья, а нафиг этот SCP-фонд? А нафиг эту дебильную лабораторию? Я друга потерял. Сейчас еще не хватало и самому умереть. Завтра все будет. Нафиг, мой рабочий день закончился. Поеду-ка я, наверное, домой, друзья. Поеду-ка я отдохну. Поеду к любимой жене, к детям.
А уже завтра, пускай все это будет. Сейчас позвоню, блин. Скажу, что Вовасик там остался, пускай и переезжают другие люди. Я больше своей жизни рисковать не буду. Все, ребят, короче, погнал я отсюда. Не хватало мне еще умереть. Вот это жесткость, блин. Ух, ребят, какой же сегодня был тяжелый рабочий день. Кстати, друзья, хорошие новости. Звонили мне из больницы, сказали, что Вован, оказывается, в тяжелом состоянии, но у него есть шансы, друзья, выжить. И, в общем, я хочу попросить вас в комментариях, чтобы вы поддержали моего друга Вовасика. Написали в комментариях хэштег «Гарвин, живи», и он обязательно, друзья, поправится и выживет. И медики CP-фонда его обязательно вылечат. Ну, а я приехал, ребят, домой. Вот такая вот у меня хатка. Сейчас приду, отдохну, друзья, и с новыми силами поеду разбираться завтра, что же там такое происходило и почему так много было мультяшных псов. Не понял! О, крысы! Зажали! Ребята, что это такое? Они в моем доме! О, нет! Ну что ж, ребят, а вот такой вот видосик у нас получился. Мы с Вованом надеемся, что вам все понравилось. Обязательно подписывайтесь на наши каналы, ссылочки все будут в описании. Не забывайте про лайки, про колокольчики и про положительные комментарии. Также, друзья, подписывайтесь на наши все социальные сети и пишите, что нам еще позаписывать, ребятки, в GTA 5. Ну а на этом у нас все. Повторюсь, с вами сегодня были Овер и Гарвин. Огромное всем спасибо за просмотр, удачи и пока-пока! Пока, ребят!